Скажите секрет счастья, ведь вы познали больше нас. Ну, насчет больше не знаю. Почему больше, не факт. Может быть, я просто в своей вот области больше знаю, может быть, но только лишь в своей. Секрет счастья – это уметь быть благодарным Богу за то, что у тебя есть. Уметь увидеть свое счастье. Секрет счастья – это уметь увидеть счастье, потому что оно есть. Оно у каждого есть. Даже то, что мы вот имеем, мы воспринимаем это как должное, и как вообще нас обделили, нам не додали. Но это неправильно. Если мы увидим, что это на самом деле дар, великий дар, что за это нужно Бога и благодарить, и как хорошо, что у нас это есть. Мы научимся, когда ценить то, что мы имеем, мы будем счастливыми. А если мы не научимся ценить то, что у нас есть, мы будем несчастными. Это очень просто. И это простой секрет счастья. Мне даже добавить сюда нечего. Я могу только единственное, что вокруг вот этой фразы опять еще ходить вокруг да около. Ну а к ней же и вернемся. Счастье внутри человека. Оно уже есть, по факту. Просто нужно просто быть счастливым, видеть свое счастье, уметь подметить и быть благодарным Богу за то, что Он для нас делает. Понимаете, вот сегодня вот день прошел, а у нас масса поводов поблагодарить Бога за это. Потому что мы дожили до вечера, нас нигде никто не сбила машины, не разбились мы на машине и сами ехали. Ничто нам на голову не упало, ничего с нами не приключилось. Мы здоровые, сытые, одетые, обутые. Это уже хорошо. Это уже повод для того, чтобы быть Богу благодарным. Это очень просто на самом деле. Вот и все. Вот и все счастье.